Я включаю. Да что? О, это вода у меня не идет, потому что включена у соседей. Если они включат, у меня нету воды. Если я включу, у них не идет. Это у нас такой напор воды. И вот хоть что-то, если она пошла, вот она какая. Вот это такая вода. Вот фляги, я его все наливаю, оно отстаивается. Вот сажать, он посадила помидорки несчастные. И те они уже, огурцы он выбросила, все выбросила, потому что поливать нечем было, как раз жара была. Я повыбросила, ну благо сейчас дожди пошли, вроде задержались помидоры. А это вот вода, вот куда ее? Никуда, вот отстоится, постирать отстаивается. У них тоже, но там сын дома поставил этот подъем. Волна очищает этот. Фильтр. А у меня нету, вот такая вода. И вот собираем, а потом то, постираться-то, ну, свиньям, козам пойдет. А для нас пить, вот наливаю вот я. Вот она. Вот. И то вот вверх, как будто тут солярки налили. Вот. Вот это вот, вот снимаю, вот это, а потом уже пьем, потом готовим, пьем только кипяченую. Вот она. И там на низу глина тоже. Она и тут глина на низу. Ну, все равно отстаивается, вот это мы питаемся такой водой.